Сегодня расскажем, заедет ли к нам президент, и расскажем, как в Хакасии работает его указ поднять зарплату бедным. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев. Подробнее о том, что Юг Сибири покажет. Не могут оформить участки. Как здесь жить, семью строить, если нельзя прописаться? Улицы без названий, жители на птичьих правах. Чиновники и надзорники 4 года мотыляют поселок Призрак из кабинета в кабинет. Выплате МРОТ, то есть там на 20% увеличивается нагрузка, получается. Денег больше не стало, но бюджет, сами знаете, у нас в каком состоянии находится. Хакасские чиновники и бизнесмены ищут способы не платить малоимущим обещанную Путиным прибавку к минималке. Станет ли в республике меньше бедных? Анастасия Павлова искала ответ. По сегодняшнему дню 10 литров на одну дойную голову уже получаете. Уже больше, кстати. Хакасский фермер начал разводить коров, которые дают, ну, очень много молока. Узнаете, как ему это удалось. Когда и где абаканцы смогут сжечь чучело и поесть блинов, расскажем. Начнем с предупреждения хакасских синоптиков. Они ждут в республике сильный ветер и снег. Это может отразиться и на дорожной ситуации. Почти ураганный ветер метеорологи пророчили нам сегодня, но пока абаканцы его не почувствовали. Прогноз сохраняется и на завтра. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 24. Снег тоже будет, поэтому может замести дороги. Ну и гололедица тоже сохраняется. Водителям нужно быть осторожнее, а тех, кто едет в горные районы, может поджидать еще одна опасность. Лавина опасна, так что дорогу планировать надо самому. В Бийском районе провалилась попытка легализовать поселок Призрак. Называется он Заветный. И расположен между Саиногорском и деревней Калы. Живут там почти 130 семей. И 4 года люди бьются, чтобы их включили хоть в какое-то муниципальное образование. На этот раз все снова уткнулось в бюрократию. Вот мы еще не можем прописаться, потому что мы простой народ. Вот если бы были чиновники здесь, они бы... это сделали все быстро. В этом поселке нет ни прописки, ни адресов. Застраивался он незаконно. На землях сельхозназначения еще в начале 2000-х. Власти не мешали. В итоге под боком у Саиногорска образовался целый жилой массив, который не принадлежит ни городу, ни деревне. Мы молодая семья, купили здесь участок, хотели бы здесь хозяйство вести. Мы готовы налоги платить, но даже этого нам не дают. Не могут оформить участки. Как здесь жить, семью строить, если нельзя прописаться? Все жители поселка саиногорцы, но город взять их к себе не может. Расположен Заветный на землях Бийского района. Поэтому прописать самовольных застройщиков решили в Калах. К этой же деревне собрались присоединить и весь поселок. Процесс затянулся на годы, чем вызвал гнев губернатора на его последней прямой линии. С этим вопросом уже, знаешь, стыдно. Люди вкладывают деньги, мы никак не можем их там узаконить. Понятно, что они сами когда-то захватили что-то, но мы уже решение приняли. Дать шанс людям иметь статус населенного пункта. Адрес, жительство. И так, что они вообще российские граждане. Все, спасибо, извини, но принимай решение. Глава района взял под козырек. В декабре сельские депутаты проголосовали за включение Заветного в состав деревни Калы. Но это решение опротестовала прокуратура, увидела в нем превышение полномочий. Вопрос опять завис в воздухе. На самом деле это уже не наши полномочия. Депутаты приняли решение больше на сессию Совета депутатов Сабинского сельсовета этот вопрос не выносить. Последняя надежда у жителей никому не нужного поселка на Верховный Совет Хакасии. Он готов узаконить Заветный в границах деревни Калы, но для этого опять нужны решения местных депутатов уже с учетом прокурорских замечаний. Аналогичное решение должны принять и депутаты Бийского района, потому что без обоюдного решения двух уровней поселения Сабинского сельского совета и Бийского района принять решение Верховный совет не правомочен. В надежде, что чиновники наконец договорятся друг с другом, жители Заветного собрали почти 500 000 рублей, чтобы разработать перспективный план поселка. В теории он выглядит красиво, но на практике сюда не хотят ездить ни скорая, ни пожарные. Местные улицы даже названия не имеют. Михаил Валов, Виталий Ломаковский, новости, 7 телеканал. Владимир Путин на этот раз облетит Хакасию стороной. Пресс-служба президента сообщает, что сегодня из столицы края глава государства отправится
в Новосибирск. Красноярская программа президента короткая, хоть и насыщенная. Осмотр спортивных комплексов, где в следующем году будет проходить универсиада. А встреча с юными футболистами из красноярского детдома. Но люди визит Владимира Путина заметили. И дело не только в кортеже, колесящем по столице края. Наши коллеги с авторитетного радио сообщают, что из-за приезда высокого гостя сегодня утром был закрыт аэропорт. Пассажиры ждали вылета 2 часа. Если вы собираетесь выбирать президента не по месту прописки и подумываете подать заявление в МФЦ, приготовьтесь ждать. Наблюдатели национального общественного мониторинга проверили скорость обслуживания почти в 60 региональных центрах страны. Абаканский центр в рейтинге оказался 2-м. С конца. От 40 минут до часа ждали наблюдатели, пока до них дойдет очередь в окошко. Дольше обслуживают клиентов только в Мари-Эл. Самые расторопные операторы работают в Москве, Татарстане и Республике Алтай. А средний срок ожидания в регионах – 10 минут. Напомню, впервые в истории России любой избиратель может проголосовать за пределами своего региона без открепительного удостоверения. Заявление принимают в центре «Мои документы». Рано обрадовались. Это про тех, кто работает за минималку и рассчитывает на прибавку к зарплате с нового года. Напомню, президент Путин распорядился повысить МРОТ с 1 января. В Хакасии сразу до 15 тысяч рублей. Но уже сейчас понятно, что в кошельках хакасских малоимущих денег вряд ли прибавится. Более того, и в бюджетных, и в частных компаниях заговорили о возможных сокращениях. Анастасия Павлова разбиралась, как решение президента уменьшить количество бедных может сыграть против них. У нас хотели оставить по 0,75 ставки младшим воспитателям, но пока оставили все как есть. Это комментарии соцсетей, без конкретных уточнений и мест работы. Точная причина сокращения ставок младшим воспитателям садиков неизвестна, но волшебным образом она совпала с увеличением в России МРОТ. Ранее минимальный размер оплаты труда был 7800, но некоторые ушлые начальники в эту сумму включали северные районные надбавки. Сейчас же МРОТ – это цифра отдельная, к 9500 рублям мы плюсуем еще надбавки в виде 5700 рублей. Платить меньше этой суммы с нового года нельзя. А с 1 мая сумма увеличится еще. МРОТ приравняется к прожиточному минимуму, плюс все те же надбавки. Несложная математика выводит нас почти на 18 тысяч рублей. Бедные работяги, кто выживает на копейки, вздохнули. Наконец-то заживем. Но вдруг в интернете всплыл очень интересный документ, подписанный хакасскими министрами труда и финансов. Информационный портал «Реальная Хакасия» нам его предоставил. Там черным по белому. Необходимо в срок до 1 февраля проработать вопрос о снижении нормы рабочего времени или количества занимаемых ставок в отношении работников, получающих не более МРОТ, которыми не выполняются в необходимом объеме нормы труда. Другими словами, уборщиц, сторожей, санитарок надо лишить часов работы, а то по новому закону техничка в каком-нибудь селе начнет зарабатывать наравне с главой. Мы, конечно, должны быть рады за санитарок, что они получат большую зарплату за ту же работу. Но не становится ли обидно, когда медсестра, которая обучалась почти 4 года, будет получать те же деньги? Если у вас специалист сидит и работает 8-часовой рабочий день и получает 15, пусть 16 тысяч, и уборщица, которая отработала 2 часа, ну, наверное, это неправильно. Наверное, кому-то надо либо зарплату повышать, либо у кого-то нормы времени убирать и, соответственно, переводить, ну, например, на половину ставки. Второй вариант нашим властям показался лучшим. Сейчас во всех бюджетных учреждениях начальники считают метры помытых полов. Решают, достоин ли человек законной прибавки. И дело не в том, что денег чиновникам жалко. Нововведение, конечно, с точки зрения людей, ну, такая очень желанная и нужная вещь, но денег в бюджете от принятия такого решения, к сожалению, не прибавилось. Доходная часть какая была, такая остается, а расходная, получается, должна, ну, значительно вырасти. То есть по выплате МРОТ, то есть там на 20% увеличивается нагрузка. Бюджет, сами знаете, у нас в каком состоянии находится. А вот реакция руководства трудинспекции на тот самый правительственный документ о нормировании труда работников. Замруководителя видит его впервые и просит копию. Изменение условий трудового договора будет обусловлено только лишь нехваткой денежных средств, но будет незаконно. Все-таки должно быть мотивированное объяснение, в связи с чем, какие изменились технологии выполнения работ, либо организация производства работ, которая повлекла необходимость снижения. То
есть, если человека лишают половины ставки, а работать заставляют по полной, это незаконно. Трудинспекция пообещала провести проверку по этому документу. Но минималку получают не только бюджетники, но и те, кто работает на бизнес. С увеличением рот резко вырастут налоги и взносы, что может убить мелкий бизнес. Для понимания приведем отрезок из ТВ-программы «Правда» на ОТР. Это цитата. В 2017 году за одного работника ежемесячно я перечислял фонды 30% от заработной платы. Это 2340 рублей. С мая 2018 года за того же сотрудника я буду платить 3450 рублей, что на 1110 рублей больше. А у меня таких сотрудников 70. То есть на 77700 я буду платить больше в месяц. Хакасский бизнес пока молчит, а вот Красноярский союз промышленников уже забил тревогу. Написал письмо в российское правительство, объясняя, чем чревато повышение мрот в бизнесе. Вопрос роста мрот может вызвать отрицательные эффекты. Сокращение занятости путем сокращения рабочего дня, либо сокращение рабочих мест, снижение затрат на заработную плату путем перевода работника на долю ставки и выплата части заработной платы в конвертах, рост цен на конечную продукцию. Увольнение, уход в теневой бизнес и рост цен – не самая прекрасная перспектива. Складывается впечатление, что новый закон – только красивый фантик. Не исключено, что принятый к выборам президента. И коснуться он может десятков тысяч жителей республики. Большая их часть еще не в курсе изменений. Главное – ничего не подписывать, особенно задним числом, а идти в трудинспекцию. По каждому случаю надзорники будут разбираться отдельно. Впрочем, опыт подсказывает, что именно те, кому почти нечего терять. Больше всех боятся высунуть голову и отстаивать свои права. Анастасия Павлова, Андрей Доржу. Новости. 7 телеканал. Грипп пока обходит Хакасию стороной, но в целом респираторными инфекциями мы стали болеть чаще, посчитали санитарные врачи. За год рост почти на 13%. Причин эпидемиологи не называют. Далее еще 5 коротких новостей за минуту. Восьмого и 10 февраля разрез Степной будет проводить взрывные работы. Угольщики просят людей не волноваться. Абакан за год вырос на 2500 человек. О таком приросте в 2017 году сообщает администрация города. Сейчас в столице Хакасии чуть больше 184 тысяч жителей. На борту самолета Москва-Красноярск произошла драка из-за пьяного дебошира, сообщает Пятый канал. Мужчина настойчиво просил закурить, и один из пассажиров ударил его. Вылет пришлось отменить. Звезды станут обязательными для гостиниц по всей стране, пишет российская газета. До 1 июля 2019 года сертификацию должны пройти отели на 50 и больше номеров. К 2021 году все гостиницы. По мнению экспертов, это должно повысить уровень сервиса и очистить рынок от серых игроков. Водитель из Техаса заснял огромное скопление птиц, пишет Лента.ру. По словам снявшего ролик американца, каждый год в начале февраля тысячи птиц по неизвестной причине летают над одним перекрестком в маленьком городе Мескит. Пользователям это напомнило знаменитый фильм Хичкока. 960 литров сегодня. И каждый день динамика идет на увеличение. Как фермерам Хакасии удается добиваться рекордных удоев, Юг Сибири расскажут. Золоторудная компания Grain Star приглашает на сезонную работу 7 месяцев в Иркутскую область, город Бодайбо, горных мастеров, механиков, машинистов-экскаваторов электрических и гидравлических, машинистов бульдозера и других специалистов. Заработная плата высокая, соцпакет. Лечение опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, органов дыхания и центральной нервной системы. Скидка 10% на путевки. Санаторий-профилакторий «Металлург». Стоматологическая клиника Dental Service. Это высококвалифицированные специалисты, бесплатная консультация. Беспроцентная рассрочка. Катя Перекрещенко, 24А. Dental Service. Ваше здоровье – наша работа. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 9 февраля в Русском драматическом театре. Есть что-то душевное. Радио Шансон. 105.7 FM. Есть новости. Поделитесь ими с жителями Юга Сибири. Нота Бене. 222-700. Здравствуйте. Это Нота Бене.
Это новости, мы продолжаем. Возродить бренд «Первомайское молоко» – такую задачу поставил себе фермер из Багратского района. Ради этого сельский бизнесмен закупил специальную молочную породу буренок – галштино-фризскую. Артем Михалков познакомился с хозяйством, узнал о планах фермера и нашел отличия голландских рогатых от привычных наших. Погуляли, теперь можно и в стойле отдохнуть, перекусить. А пока телочки устраиваются поудобнее, коровы постарше на приеме у ветеринара. Основное стадо из 120 голов галштино-фризской породы сдают анализы. Процедура важная. По результатам станет ясно, все ли в порядке с питанием или каких-то микроэлементов не хватает. Любое отклонение от необходимого рациона влияет на надои. Уже порядка тонны. Ну, 960 литров сегодня. И каждый день динамика идет на увеличение. То есть уже сегодня, по сегодняшнему дню, 10 литров на одну дойную голову уже получается. Уже больше 10. А это директор фермерского хозяйства докладывает министру сельского хозяйства республики о показателях. Оно и понятно. Порода галштино-фризская для Хакасии новая. Здесь еще таких нет. Во всем мире эти буренки используются в промышленном производстве молока. Для сравнения, самая распространенная порода в республике – симментальская. Такие в каждом подворье есть. В среднем дает 3-3,5 тысячи литров молока в год от одной коровы. А галштино-фризская в два раза больше, то есть 7-7,5 тысяч литров. У меня вот есть мысли, еще другие породы коров, которые мы изучаем, которые мы рассматриваем, тоже молочные, посмотрим. Но пока вот остановились на галштинах. Если все хорошо, то запустим в этом году еще одну базу, еще поставим 100 голов. Заниматься сельским хозяйством Евгений Байкалов начал 2 года назад. Придумал проект, а за помощью пошел в фонд развития. Поняли, что это достаточно перспективное направление, что у предпринимателя хватит сил и возможности его реализовать. Подготовили этот проект на Совет развития Республики Хакасия. Проект был признан приоритетным. А это значит не только производство молока, но и рабочие места. Мы всегда поддержим с нашей стороны любые предпринимательские деятельности, любых фермеров, любых крестьянско-фермерских руководителей, которые именно возрождают наше село, которое когда-то было, будем говорить, успешным. Мы сегодня всячески поддержим им помощь. И уже помогли. По программе Минсельхоза сельский бизнесмен получил 12 миллионов рублей. Деньги как раз и пошли на приобретение буренок и обустройство хозяйства. Сбывать молоко фермер рассчитывает местным переработчикам. Главная цель, чтобы в магазинах был свежий и проверенный продукт. Артем Михалков, Денис Тимербулатов. Новости. 7 телеканал. Зажигать будем на следующей неделе. Чучело масленичное. 17 февраля в 14:50 в Черногорском парке. В этом году праздник начала весны выпал на зиму. Непривычно, но и неудивительно. Дата масленицы каждый год гуляет по календарю. Сырная неделя начнется за 8 недель до Пасхи, то есть в следующий понедельник. Проводы зимы будут проходить во всех жилых районах, ну а главный городской праздник в субботу. По традиции будет концерт фольклорных коллективов, несколько выставок. Власти решили в этот раз раскрасить гуляния павлопосадскими платками из домашних коллекций абаканцев. Можно будет посмотреть и на обрядовые куклы от местных умельцев, хороводы и масленичные забавы, блины и чай. А вот алкоголь в районах проведения народных гуляний нельзя будет купить. Кроме того, 17 февраля район Черногорского парка станет пешеходной зоной. Череда праздников и выходных начинается со следующей недели. День влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день. А это хороший повод для девушек обновить гардероб, чтобы быть еще красивее. Ельный вечер расскажут, где выгодно купить обновку на любой случай. Длительные выходные – отличный повод выехать на природу. Выглядеть стильно помогут комбинезоны. Идеально садятся по фигуре. Слитный крой – это удобно. Качественный утеплитель – залог того, что не замерзнете. Популярным в 2018-м остается металлик. Сейчас трендовые модели можно купить в половину дешевле. С такими любой активный отдых или обычная прогулка станут праздником. Объем в одежде этого года тоже остается. Массивные, но легкие пуховики отлично сочетаются и с лосинами, и с платьями. Кстати, о них. Дизайнеры в 2018-м требуют от платья простоты. Короткие и маленькие должны быть самодостаточными. Отличный вариант с гипюром или кружевом при минимуме украшений. Элегантные платья средней длины, по крою просты, а вот ткань должна быть необычной и привлекающей внимание. И привет из 20-х годов прошлого века. Снова в тренде полный комфорт. Вот такое простое платье прямого кроя в пол выглядит очень эффектно, при этом в нем комфортно, потому что ткань натуральная. Простота графичного рисунка компенсируется заниженным воланом.
В отделах Фриджой тотальная распродажа. На весь ассортимент скидка 50%. Успейте приобрести обновку с выгодой в отделах Фриджой. В шаговой доступности в торговом центре аллея на Некрасова, 31, второй этаж. Полмиллиарда снеговиков или 75 тысяч КАМАЗов. Такой подсчет вывезенному за сутки снегу с улиц Москвы сделала «Российская газета». Снегоплавильные пункты столицы меряют осадки количеством маленьких прудов. Говорят, миллион кубометров равен 85 водоемчикам. Будет ли снег на юге Сибири в четверг, расскажу через минуту. Девятого февраля в Республиканской филармонии состоятся благотворительные представления Московского цирка, посвященные Международному дню помощи онкобольных детей. Начало в 18 часов. Билеты уже в продаже. Банковский партнер. Работаем по государственным программам ипотечного кредитования АИЖК со ставкой от 6%. Все программы на сайте дом.рф. Щетинкина, 61, 320290. Эскак русская, ТВ галочкой, собака CTV7.ru. Больше не нужно быть привязанным к компьютеру, но ТБН стало еще ближе и мобильнее. Теперь с помощью WhatsApp, Viber и Telegram вы можете прислать нам свою новость в два счета. Снимите фото или короткое видео с места события, добавьте комментарий и отправляйте к нам. Просто внесите в список своих контактов наш номер телефона 923-020-77-00. Пишите WhatsApp, Viber и Telegram. Новое радио. Как обеспечивается контроль за проведением голосования? Наблюдатель в день выборов находится в помещении для голосования и следит за правильностью действий участковой комиссии. 18 марта на выборах будут работать наблюдатели и от общественной палаты вашего региона. Наблюдатель не мешает работе избирательной комиссии и не имеет права оказывать влияние на выбор избирателя. Но грамотный наблюдатель, помощник участковой комиссии и еще одна гарантия защиты вашего голоса от неправомерных действий. 18 марта – выборы президента Российской Федерации. Водителям, у кого транспорт рассчитан на 8 пассажиров и больше, нужно быть готовым к проверкам. Сегодня в Хакасии стартовали рейды по автобусам. Госавтоинспекторы могут остановить и посмотреть наличие ремней безопасности, исправность световой сигнализации, состояние шин и перепланировку автобусов. Проверят техническое состояние автомобиля и документы. Автолюбителям стоит быть готовым завтра еще и к не очень приятным погодным условиям. Синоптики прогнозируют небольшой снег и ветер, холоднее всего в Кызыле, а ночью 30, днем 25 градусов мороза. В Абазе минус 21 ночью, днем 18 градусов мороза. В Минусинске и Саяногорске на 2-3 градуса теплее. В Красноярске минус 12 ночью, днем минус 10. О погоде в Абакане и Черногорске расскажу сразу после информации от генерального спонсора прогноза. Это оптово-розничная база «Хакас Косметика». Наступил февраль, впереди нас ждет череда праздников, а это значит, что пора задуматься о презентах для близких, родных и коллег. Сотни идей, оригинальных, а главное полезных подарков вы найдете на оптово-розничной базе «Хакас Косметика». Сувениры, парфюм для мужчин и женщин, кухонные принадлежности и аксессуары для создания домашнего уюта, игрушки и многое другое. А если вы боитесь ошибиться с выбором, преподнесите подарочный сертификат. Оптово-розничная база «Хакас Косметика» находится по адресу проезд Таежный 3. Национальные головные уборы и украшения, посуда и сувениры, игрушки и предметы домашнего обихода – все это можно увидеть на выставке «Созвездие народов Хакасии». Она открылась в Республиканской детской библиотеке. Здесь же можно попробовать прочесть книги, сказки, путеводители и энциклопедии на хакасском, польском и немецком языках. Тем, кто не любит прогулки под снегом, завтра приятнее будет на выставке. В Абакане и Черногорске в течение суток ожидается небольшой снег. Ночью минус 20, днем минус 17. Ветер 4-6 метров в секунду. Возможны порывы до 18 метров в секунду. Свои новости сообщайте по телефону редакции 222-700 или в группе Нотабена во ВКонтакте. Наши выпуски можно смотреть на сайте ctv7.ru. На этом у меня все. Всего доброго.